Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению законного представителя малолетнего ребенка о защите его прав. Установлено, что девочка 2017 года рождения, возвращаясь из детского сада, споткнувшись, упала на срезанное металлическое ограждение, имеющее выступающий острый конец, расположенное на придомовой территории многоквартирного дома. В результате падения ребенку причинены телесные повреждения. Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Арсенал Плюс» своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома, обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Прокуратура города Якутска обратилась в Инском суд о взыскании с управляющей организации причиненного ребенку морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу.